Привет! Сегодня я приготовлю запеченную в духовке рыбу с луком и хочу поделиться рецептом с вами. Запеченная рыба получается вкусная, сытная и полезная. Рыба нам необходима для укрепления костей, ногтей и волос. Она обогащает наш организм необходимыми нам полезными элементами. Для приготовления этого блюда я взяла хек, но подойдет абсолютно любая рыба. Этот рецепт очень простой и готовится быстро. Рыбу я почистила, обрезала плавники и хвост. Для этого я использовала ножницы. Ножницами намного удобнее срезать плавники, чем ножом. Спорола брюшко и вычистила внутренности. Затем ножом почистила чешую, но у хека ее почти нет. Рыбку посолила со всех сторон и внутри. Затем обваляла в муке. Для этого я использую обычный пакет. Насыпаю 2-3 столовые ложки муки, укладываю рыбу и хорошенько встряхиваю. В пакете очень удобно обваливать рыбу. Она равномерно покрывается мукой, а руки остаются чистыми. Я взяла 3 большие луковицы, почистила и нарезала вдоль длинными перьями. Это не столь важно, можно кольцами или полукольцами. Форму для запекания смазала растительным маслом. Выложила туда рыбу и сверху засыпала луком. Чтобы рыба не была слишком сухой, накрыла ее крышкой и поставила в разогретую духовку. Через 30 минут рыбка готова, можно подавать к столу. К рыбе подойдет любой гарнир – рис, картофель или кушать как самостоятельное блюдо. Желаю вам всего доброго, приятного аппетита и готовьте с удовольствием!